Ребятки, всем привет, с вами Александр, Легенды Дракономании, и у нас появился новый дракон недели. Это Клевер, такой довольно забавный и яркий дракончик. Это у нас Эпик, как обычно бывает на недельных драконах, 62 сила удара у него, атаки. Так, атака зелени, света и земли. Так, не помешает больше удачи в битвах. Обзаведитесь драконом Клевер, это превосходный боец. Ну, как мы знаем, то есть тот, кто найдет четырехлистный Клевер, будет, короче, удачливый. Но на самом деле их довольно много. И найти это несложно. И что там, лепреконы их еще любят, да, клеверш? Ну вот так, давайте посмотрим, точнее, какая комбинация. Зернышко плюс война. Вот такая вот у нас комбинация. Так. Морскую черепаху пока что не вывожу. Как вывести зелень плюс ветер? Как вывести феечку? А вот так вот вывести феечку. Огонь плюс ржавчина. И как видите, ребятки, мне осталось 17 часов 30 минут. Значит, у меня походу получилась феечка, ребята. Так что можете меня поздравить в комментариях. Так, ну а сегодняшний дракон у нас на прокачку. Это дракон Рабоник. Вот такой вот прикольный у нас дракончик. Так, ну, пока что разместим его транзитно вот сюда. ОВД. Так, и что там еще там даже выполнили? Вот такой вот красавчик. Напоминает мне какого-то, знаете, чем-то, не знаю, оборотня какого-то. Ну, вот если крылышки не смотреть. Серенький такой, наверное, серый волк. Но он уже одет по полной. У него есть каска для безопасности. Есть даже перчаточки резиновые или какие-то там брезентовые. Давайте будем его кормить. Так, у нас, кстати, выполняется параллельно еще задание. Ходит довольно неуклюже. Ну-ка, как он подрастет. Ну, по-моему, стал ходить повеселее. Так, ну и снова перерыв. Ну, давайте на 10 его откормим. Прыжок. Так, сейчас пусть доест. И мы еще ему сделаем алле-оп. Молодец. Так, ну что, понравился вам такой работничек? Да, мы его сейчас сравнили с воркером из Monster Legend. По-моему, проголосовали в основном за дракона. Так, давайте заглянем, что у нас тут происходит в весеннем фестивале. Опачки, по-моему, мне за окном гроза. Так, божья коровка, ребятки. Я получил еще божью коровку. Надо ее, кстати, высадить. Давайте посадим ее на высадку. Так, где же ты, где... Божья коровочка. Вот так, пусть у нас там высиживается себе божья коровочка. Так, а с акцией у меня произошло замедление. Мне нужно вывести 4 драконов с 2 стихиями или больше, а я не могу этого сделать. Почему? Потому что у меня там легендарный дракон высиживается. То есть придется это дело подождать, но мы его быстро наверстаем. Так что у нас основная загвоздка все-таки вот в этих. Собрать еду. Давайте пойдем сейчас собирать еду. Попутно и золото пособираем. Так, это у нас максимальное отдаление. Давайте. Ну, может, мы сможем это задание выполнить. Смотрите, вообще абсолютно не за каждый дает. Ну, почему? То есть, у нас же не выскочила табличка, что... Собрать еду. Остается задание. Вот. Тут, не знаю, посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять. Опа. И ничего не засчитали, но ладно, не беда, у нас все равно загвоздка не в этом деле. Повысить уровень драконов, у нас, так, повысить уровень драконов, собрать еду. Ну, одно осталось, повысить уровень драконов, тоже, в общем-то, довольно-таки несложно. Так, так, что у нас там с... Опачки, а, то есть кит у нас уплыл? Я думал, через там 13 часов у нас, когда я последний раз смотрел... Просто обновиться, как бы, то, что в магазине есть, он просто взял и уплыл. То есть у него были предложения и так вообще дурацкие, никому не нужные. А он еще взял и исчез. Печаль какая-то. Печалька. Так, а мы тут приласкали нужное количество драконов. Блин, вот надо было дать. Звездная пыль. Не, спасибо. Я уж к
как-то лучше вот, допустим, сюда, да. Ой, там 4000 надо было, да? Тогда давайте работнику дадим. Ладно, кормим работника. Отлично. Выполнили мы наши заданицы. Так, собрать на рудничках. Это мы легко. Вообще с первой попыточки выполнили. Завоюйте. Это мы тоже сделаем. Все мы с вами сможем легко сделать. Так, ну давайте, наверное, колдовскую я поставлю. Нужно нам там посражаться. 17. 17 это хорошо. Значит, нам нужно ставить мою слабую команду. Ну, она не такая уж и слабая, конечно, но... Но довольно слабенькая. Так, вот такие вот усилялочки я беру. И погнали. Ух ты, ё-моё. Так, ну если у него несколько таких драконов, то нам хана. Так, даже вот не знаю. Потому что тигр даже с усилением не завалит его, мне кажется. 42 на 2 звезды. Так, ну вот это вот ты сможешь сделать. Я в тебя верю. Так, ну, 2 звезды должны дать преимущество, он не должен окочуриться. Ух ты, ничего себе, прям с одного удара. Не ожидал. Готово. Давай, тигр, на арену выходи. Раздай там все. У меня зелени сейчас больше, чем энергии. Ну, вот, самоуничтожились. Так, и 43 на 2 звезды, и 44 на 2 звезды. Что делаем? Вот так вот. Берем усиление нашего дракона, и все. А может, даже не пригодилось бы. Ну ладно, таких у нас очень много черепушек. Готово. Давайте сейчас поищем еще кого-нибудь. Так, мне на 15 что-то не хочется, мне как-то особо лезть. Главное, чтобы кубков было меньше, поменьше. Ну, сойдет. Сойдет. Возьмем факелка. И вот такие вот усиления берем. Самые простецкие, у меня их очень много. Бой. Ой-ой-ой-ой, одного дракона не взял. Так, ну, надеюсь, справимся. Так, а нам там еще нужно кого-то прокачать на 30 уровень, да, мне там на 28 остановился. Что-то там с пустота плюс земля. Так, есть. О, и 17 нам попадается. Отлично, берем сразу вот так, вот так, вот так. И это нужно поменять на, допустим, на первый удар. Так, у нас там как раз не хватает. Огня нет, ничего нет. Берем просто простой удар. Да-да-да, все именно так. Я хотел тебя. Легко всех крушим. Это меня радует. Так, крепкая гава была. Так, что сделать, что сделать? Как вы думаете? Первый удар отнимает у защитника 20%. Отлично. И любой наш дракон сейчас его повергнет.
Тай-И. Я тоже хочу себе такого дракона, но мне не повезло. Вчера с божественным у меня какая-то печаль, беда. Они не хотят у меня расти. Выводиться. Так, вообще шикардос, ребятки. Мы справились с вами. Выполнили это задание. Это нам не нужно. Так, через 6 дней у нас будет следующее задание. Это будет что, карта какая-то. Так, ладно. Так, давайте сейчас покажу код дружбы. Спасибо, мы знаем. 5B0F59. Отлично. Это выполнил. Ну, что еще давайте? Заглянем на эпическую героическую карту нашу. Как считаете? Давайте посмотрим, что у нас там происходит. Где мы там остановились? Так, мы босса прошли, 51 уровень, но думаю, тут мы еще одну ступенечку сейчас пройдем. Что, никаких комментариев нам не дают? Такая мрачная обстановочка здесь. Так, почему мы вдвоем? Печалька. Но я думаю, мы справимся. Так, ну, вы хоть лечитесь, хоть не лечитесь, это вас не спасет. Вот так вот. Это была у нас пещера света, ребятки. Так, тогда мы с этим пока что закончили. И давайте же найдем, кого мы качали в прошлый раз. Кого мы качали? Это был какой-то эпик. Был какой-то эпик. Эпик с пустотой. Блин, тут уровня не видно. Магнит. Может, пришельца? Может, я пришельца качал? Ух ты, смотрите, он что, исчезать умеет? Ух ты, прикольно! Видели, какой прикол? Давайте сейчас мы на это полюбуемся. Ну, давай. То есть его может телепортировать, точнее, наверное, перемещать в какое-то другое пространство, вот этот маленький глазик, который летает над ним. Ну? Давай, мы ждем. Ух ты, у него еще хвостик так пульсирует. Забавно поразглядывать некоторых драконов крупным планом. А, еще и тут богарки тоже пульсируют. И рожки. Рожки не пульсируют. Давай, исчезай. О-о. Давай, давай, давай. Опа, опа, да он его засосал. Очень прикольно. И теперь пытается вытрясти. Супер забавно. Кстати, у нас Дракула тоже делает что-то подобное. Так, какого же дракона мы качали, ребята? Колдовать. Пустота. Сфинкса. Точно, точно, точно. Сфинкс. Где? Где наш сфинкс? Вот наш сфинкс. Посмотрим, на что у нас хватит еды. Ну вот, отлично. У нас как раз хватило. Еще и осталось почти 700 тысяч еды. Так, ну а нам что-то ничего не сказали про храмы, что мы уже можем прокачать какой-то храм зелени, храм земли. Храм земли, нужен еще один дракон. Так, а с пустотой что? С пустотой? Ах! Не, подождите, нужно 5 драконов уровня 30+. 5 драконов уровня 30+. Так, хорошо. Кто у нас будет следующий кандидат? Сфинкс уже есть 30 у нас. С землей. Агент, да, по-моему, мы агента хотели с вами качать, ребята. Агента. Там еще магнит есть, да, ну, по-моему, у него в земле. Вот. Агент, есть механический змей. Есть волшебница. Кто
у нас еще здесь есть со стихией земли? Ну все, тогда, ну агента, по-моему, мы выбирали, поскольку он у нас довольно старенький. В принципе, он, думаю, заслужился уже, заслужил быть прокачанным на 30 уровень. Так, вот, кстати, у меня тут жилище металл еще тусуется, но оно, по-моему, там не поместилось. Так, агент. Давайте сейчас вычислим агента. Так, подождите, а почему я его ищу в металле? У нас в металле здесь механический змей находится. А агент. У него пустота. Он, наверное, здесь. Магнита вижу. Вот и агент. Да, вот 16 уровня. Это мой самый вкачанный агент. До него даже какие-то стихии прокачаны. Давайте его тоже покормим. Так, ну все. У нас еда, в общем-то, и закончилась. 25 уровень, то есть еще 5 уровней. А это миллиончика, так полтора, может быть, два. Два, наверное, 2 миллиона. И у нас будет прокачанный последний храм. На этом все, ребятки. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.